Замена фильтра на ГБО. Для начала перекрываем на баллоне вентиль. Ждем, когда кончится газ в системе. Идем под капот. Вот купили такой мы комплект фильтра. Ну, вроде нормально. А вот там у нас находится вот редуктор. И теперь до него нужно достать. Это задача не из легких. Мы будем сейчас пробовать. Вот так вот мы сняли бачок, чтобы добраться до генератора. До генератора. До редуктора. С горем пополам открутил. Чистенько. Он не сильно и грязный вообще. Пушка. В состоянии после 3000. Такой не сильный. Оригинальный. Массетовский. Это, конечно, качество похуже, чем оригинального массетовского. Никаких обозначений нету. Резиночки. Так, фильтр поменяли, все собрали, закрутили. Осталось себе поставить бачок. Так, уже конец, уже близок. Установили обратно бачок. Сейчас пойдем открывать кран на баллоне и включать. Так, заводим теперь. Все. Это что работает? На бензине. Вот, все, переключила на газ. Обороты. Вот так вот работает.